Всех приветствую на канале Tap Tap Universe. Ну и в связи с последними событиями, наверное, которые уже все знают, кто смотрит YouTube рекламу, Google отключил полностью на русскоязычной платформе. Ну, вернее, кто находится в России, тот не может смотреть рекламу. Но суеты блогеров я не понимаю, особенно тех, кто, собственно, смотрит, ну и чей контент востребован за рубежом. Потому что зарубежные страны, они все равно смотрят эту рекламу, и ролик получает с этого доход. Поэтому немного непонятно. Ну да бог с ним. У нас сегодня ивент с неплохими довольно-таки наградами. Сейчас, в общем, все будем смотреть. Я уже добрался до локации 2040 здесь. И давно не было роликов. Имею силу команды довольно-таки высокую. Ну, во-первых, давайте все по порядку. Практически всех персонажей я поднял до 200 уровня. Ну, за исключением вот этих двоих. Здесь просто не хватает железа. 136 уровень персонажа в целом. Что весьма так топово, как я посмотрел по общему числу уровней. Там, да, есть 150-е, но это донаты. 160-е, но в целом мы не сильно отстаем. Вот, собственно, что мы сейчас будем делать и смотреть в ивенте. В ивенте у нас сегодня вот такая битва с 5 различными игроками. И плюс вот это Alien Ruins. Тоже здесь много этажей, в районе 30 штук, за которые мы будем получать те или иные награды. Все, пойдемте. Значит, первый участник. 4400 сила команда. Чуть-чуть подзаменим местами. Ну и погнали. В принципе, здесь мы нормально так конкурируем со всеми практически командами. Можем побеждать. Ну, вот, реально, большинство. Так, здесь. Давайте попробуем. Вот, поэтому я считаю, что вышли мы на приличный уровень в плане команды игроков. То есть вот в других проектах, вы знаете, там у меня, в принципе, очень сильно просаживается по силе команды и по игрокам на сервере, да, если иметь в виду. А здесь же, получается, у меня, ну, в топ 20 игроков, наверное, вхожу. Несмотря на то, что рейтинг у меня не самый высокий, потому что я особо не бьюсь на арене там и так далее. Но вот по прохождению локаций и вообще битв всяких, рейтинг большой. Но мы его чуть позже глянем там. А сейчас пока всех здесь уничтожаем. Я ничего не меняю, потому что пока не вижу смысла. Пока сильных таких соперников под 5, 6, 7 миллионов нету. Ну, за 20 алмазов можно поменять соперников. Также вам рандомно все это выпадет. Ну, 5 из 5 битв мы сделали. Тут еще миссии висят, что можно делать. Тут за донат все дела. Получаем наборы. Не забываем заходить, забирать ежедневный вот этот VIP сундук. По 100 VIP нам дают через недельку, через 7, да, получается, сборов. 700 осталось. Будет у нас 7 VIP. Ну и на 7 VIP, видите, что дают. Всего у нас их 15. Там всякие бонусы и так далее будут открываться. Но это все потом, со временем. Вот, что еще сегодня мы посмотрим. Ну, понятно, что Quick Battle будем все это сейчас забирать. Это само собой. Гильдия. Конечно же, бьем боссов.
без вопросов, как говорится. Получаем кучу ресурсов, ну, которые, собственно, можно открыть. Но мы сегодня открываем вот эти вот сундуки еще вдобавок. 50 сундуков с очень крутецкими, я считаю, наградами. Если нам выпадут час призыва, мы даже пойдем с вами призовем. Итого получаем вот такие вот призы. 1100 алмазов. Маловато. Сюда идем. Таверна. Здесь у меня есть 13 свитков. Ну и, собственно, давайте призовем, посмотрим, кто сегодня нам выпадет. Ну, мы такой обзорный сегодня делаем. Конечно, акцент идет на ивенты, но еще вот дополнительно вам такие вот призывы. Забубенил я. Ну и здесь в магазине обязательно покупать надо. Камень. Без него-то какая прокачка? 11 тысяч у меня есть. А там, насколько я помню, сколько надо-то на игроков? Охо-хо. Я не знаю сейчас. Не скажу вам так. Ладно, давайте второй ивент смотрим. А, между прочим, кстати, вот эти вот шайбы, которые в боях добываются, вот на что их можно обменять. Кто не знает, вот такие обмены можно совершить на определенных персонажей. Ну и второй ивент. Давайте, Allen Runes. Заходим. Но здесь просто надо путешествовать, открывать, стараться, так сказать. Ну, чтобы получается у нас здесь в различных, ну, так скажем, областях. По нам, кстати, башня бьет. Ну, вот она на самом деле вышибает. Но мы стараемся пробиваться. Вот, ну так что особо мы не запариваемся. Четыре персонажа. Ну и сразу тут возникает переход на следующий портал. Не все, конечно, получается задействовано, но мы как бы стараемся все-таки как-то их подогнать. Ну и таким образом, да, получается, что мы проходим, добываем, взрываем. Получаем монеты. Ну и промежуточно, соответственно, тоже есть вариант как-то взять, ну, вот эту вещь. Вот, и, соответственно, потом использовать только так. Ну, видите, потихоньку сносят меня. Практически все погибли. А это всего лишь второй этаж. Взорвали мы башню. Теперь можно спокойно все исследовать. На наличие. Мало ли где еще есть сундуки. Так. Ну, в общем, пробуем таким вот макаром. Тоже расскажите, когда будет
у вас прохождение, кто уже прошел, ну, то есть поделитесь информацией. Вот, ну, а мы, соответственно, на третий, получается, этаж выходим, и тут уже полностью все добывается. Вот, ну, соответственно, берем награду за пятый этаж. Все, что меньше пятого этажа, все это не подходит. Ну и параллельно можно тут подсобрать немножко ресурсов. По 150 здесь. Вот. Ну, собираем потихоньку quick claim. Не так уж и много собралось, 11 тысяч у нас все равно по-прежнему. Вот. Ну и на этом как бы будем завершать. Все. Всем пока, всем удачи.